Итак, ребят, всем привет. Вы не удивляйтесь, с камерами у вас все в порядке. Это у нас просто на улице еще совсем темно. Копаемся мы 2 часа, начинает только рассветать, а копаем уже 2 часа. Сегодня у нас состав прежний, за исключением у нас пополнение. Это у нас Илья, который привез в этот дом. Дом интересен тем, что здесь была замечательная находка. Чуть позже я вам ее, конечно, покажу во всей красе. Просто шикарная тем, что это настоящая, ребята, сабля. Была именно найдена здесь, которую мы и пытаемся что-то похожее найти здесь. Пока у нас советики. 2 часа швыряемся, и у нас только советики. Серега у нас вот вейдер. Слышите, да? Блин, камера не показывает. В общем, на улице у нас совсем темно. Рустик у нас, как обычно, в яме находится. Вон там Рустик. Серега, налобником посвети. Где-то вон там он у нас, Рустик. Вот, также там и Илья. В общем, ребят, находки, конечно же, покажу. Подняли несколько советов. Но самое древнее, что подняли, это Рустам, пока чемпион. В трешку 29-го. Вот, у меня 20-ка, 2 штучки. Ну, все я вам, конечно же, покажу. Ну, и, конечно же, как обычно, да? Для согрева мы уже приняли. Таких опасных. Да, копаем мы в опасных условиях. Это прям жесть. Тем, что здесь вот все обвалилось. Крыша вот в таком вот плачевном состоянии. Да, подпорочка. Начинает только светать, ребят. А мы копаемся здесь уже 2 часа, чуть больше. Вот он, тот самый Рустик. Новый комрад Илья. Илюх, здорово. Привет. Ребят, кто не знает, это новый у нас компаньон наш, который сюда пригласил. Вот. Ну, как-то так. Начало есть, значит, видео, в принципе, будет. Что-то мы найдем. Что-то интересное вам покажем. Вот так вот шурфят. Этот дом, конечно, в свое время был шурфленый. Вот, мы просто делаем перешурф и посмотрим на результаты. Дом, первая часть дома — мазанка. Вот, мне кажется, вот эта вот часть дома самая старая. Именно где Рустам у нас занимается раскопом. Вот, здесь он как раз старую самую поднял монету. 29-й год. 29-й. Значит, нужно искать 25-й, 31-й года. Может быть, и рарики выскочат. Да? Вейдер. Вейдер. Люк, come with me. Сука. Я вам хочу сказать, что я вам не завидую. Остальное додумайте сами. Сука. Вот. Че там вроде? Сереж. Ты злодей. Ты меня на дом, блядь, увези. Cover me, блядь. Серега еще угорает, он как луноход, знаете, блин. Намордник одел, блин. Ребят, ковыряясь возле порога по-прежнему. Сер, я вот сюда монету положил, ты на нее где-то наступил. Во. А это у нас монетка 15 копеек. А сейчас скажу, что за год. Год 1940. Вот такая пятнашечка. Ну, это, в принципе, ребят, как для нынешнего раскопа 40-й год достаточно бодрый, хороший. У нас за кошками уже как бы расцветает. Ну, весь периметр прошли дома. Пока небольшое количество советских монет, царей нету. Ну, они тут и не предвещали. Здесь немножко тоже поковырялись. Здесь всего-навсего одна монета была. 29-го года. Пацаны решили перекур устроить.
Ну, как-то не айс, не айс. Итак, ребят, как я и обещал вам показать достойный экземпляр, который был найден в доме, благодаря которому мы сюда и приехали. Вот как раз тот экспонат. Сохран просто шикарный, бомбический. Пацаны уже наигрались, как дети, помахали этой шашечкой. Сохран просто огонь. Я вам сейчас поближе это все покажу. Смотрите, деревянная родная рукоять. Здесь есть небольшое какое-то клеймо. К сожалению, мы не специалисты. Но факт в том, что шашка целая, ребят, целая. И до сих пор острая. Сейчас я вам поближе покажу. Ну и ребячество Сереги, как он любит развлекаться с такими вещами. Так что поближе сейчас вас ознакомлю. Если есть специалисты, напишите, какого времени года, именно что за шашка у нас в руках. Вот так что вот такую находку сделал Илья в этом доме. Класс. Мечтаю тоже поднять что-то эдакое. Ну а поближе, ребята, вот она, наша красавица. Помимо всего, здесь были найдены еще вот такие вот пряжечки. Морская. И вот такая. Все это советское время, а вот эта пряжечка может быть и времен Великой Отечественной. Но сама шашка, смотрите, деревянная рукоять. Вот это у нас латунь, да, или бронза. И вот здесь вот, смотрите, клеймо какое-то. Датировать я не знаю, как, что именно. Если есть специалисты, можете написать. Вот, и вот такое вот лезвие. Ничего с ним еще не делали. Илья, его будет восстанавливать? Реставрировать хотите? Да, будешь реставрировать? Попробую. Я даже не знаю, вот такие вещи. Ну, когда вот что-то здесь, а? Да, здесь вот такой вот набалдажник, он такой вот был. И на немножко вот сюда наезжал на рукоять. Да, вообще красивая вещица. Вообще отчет. Был что-то, да? Нет, здесь косичка была. Косичка, а, косичка была, веревочка? Кожаная. Ну, хер ее знает, она что уже там, рука была. Ну что, отдадим в руки мальчишки, который сейчас будет резвиться, блин. Ты как этот, Чапаев, можешь ее махать? А? Итак, ребята, вы, наверное, очень хотите узнать, что за вещь у нас в руках. Полистав просторы интернета, нашел несколько вариантов, которые подходят именно к нашему образцу. И да, я нашел, наша шашка действительно является шашкой драгунского солдата. Немножко другого образца шашка именно офицерского. И сейчас я вам демонстрирую наш экземпляр, который по всем параметрам очень сильно схожи. Все формы, острие, лезвие, все идентично, как на нашей. Хочу сказать, что данная сабля, а в частности шашка, является драгунского солдата образца 1881 года. Такая шашка выпускалась с 1881 по 1909 год. Возможно, наша сабля участвовала в многих битвах. По этот год Россия участвовала в русско-японской войне 1904-1905 год, в Первой мировой войне 1914-1918, Гражданская война 1918-1920, Советско-польская война 1919-1921, а также Советская финская война 1938-1940 и, конечно же, могла принять участие в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год. Возможно, наша шашка порубила очень много врагов на своем веку, так как на шашке имеется большое количество ударов на лезвие. Ну а сейчас будем возвращаться на коп, посмотрим, что мы нашли дальше на этом шурфе. Ну и думаю, вам понравится дальнейшее наше похождение по заброшкам. Приятного вам просмотра. Ну что, ребят, будем прощаться, наверное, с этим домом. Домик, конечно, ничего интересного нам не дал. Но все же прошурфили за каким-то комрадом. В центр мы все-таки не залазили, потому что оно того не стоит.
находок хороших нету, и центр очень сильно замусорен, и мы сюда не сунулись. Ковырнули там, сям, и ничего. По находкам у нас вот получилось как-то вот так вот, ничего особенного. Двадцатка 54-й, двадцатка 53-й. Так, еще беленькие, это 70-е года. Пятнашка 50 какой-то. И вот пятнашечка 40-го. Самое древнее, что у нас выпало, это 3 копейки 26-го года. 29-го, да, я что сказал, 56-го. 26-го. Вот, и пятачок был. Остальные монеты я даже вам и не снимал, как я их нашел. Так что... В общем, ничего интересного, ребят, у нас тут не произошло сенсационного. Всего достойных 5 монет. 5. Вот они, 5 монет до 60-х годов. А остальное все как бы банально. Сейчас будем собираться. Пацаны уже собрались. И будем, наверное, выезжать. По деревне проедем. Посмотрим, может, какие еще будут домики. Так что, наверное, будем... с этим домом прощаться. Перспективы, конечно, он возлагал хорошие. В этом доме была найдена шашка. Вы ее видели, так что печально, больше ничего не нашли. По чердаку Серега с Илюхой походили. Интересного ничего не было. Ребят, проезжаем мимо вот такого храма. И грех было проехать мимо. До сих пор имеется шикарного внешнего вида изображение святых. Вообще классно. И вот Илья говорит, что его отказались реставрировать. Лучше сделать новый. Вот это была раньше конструкция. Смотрите, какие крыши из кирпича выкладывали. Раньше умели делать. Красотища. Не знаю почему, но я такие вещи просто обожаю. Офигеть. Обожаю такую красоту. А здесь, походу, пытались копать. Видите, копные. Крыша в один кирпич. Ладно, поедем, посмотрим. По деревне проедемся. Может, какие-то заброшки интересные найдем, где можно будет зайти и поковыряться. Мы ездим вот до сих пор с шашкой. Красавчик. Ребят, зашли, еще один домик тут, но он уже шурфленный ранее кем-то. Вижу по засыпке, по своему опыту, хочу сказать, что его шурфили где-то, наверное, ну, где-то года полтора назад, два. Что здесь интересного, не знаю. Потолок крепкий. Не знаю, находились здесь еще комрады или нет. Ну, как ты знаете, пока прессована какая-то хреновина.
из находок здесь вот. Вот такая вот лабуда такая. Серега говорит, на чердаке очень будет шикарный кадр. Я не знаю, что он там такого мне хочет заснять. Не, ну там хуй поймешь, короче. Сейчас посмотрим, что он там нам хочет показать. Это просто какие-то алкоголики здесь жили. Потонул, смотри. Просто караул. Итак, ребята, в общем, мы запланировали закончить сегодняшний коп. Покопали, в принципе, не так хотелось, но все же коп есть коп. Он либо удастся с шикарными находками, или же просто-напросто пустым. Но сегодня порадовало то, что впервые я в руках держал саблю. Сегодня именно шурфили в том доме, где была находка зачетная, классная. Нам Илья ее показал и предложил пошурфить в этом доме. Но, к сожалению, дом уже был кем-то ранее шурфлен. Ну, на этом и все. Давайте встретимся в следующий раз на шурфе. Вот, или же где-нибудь на стриме. На этом и все. Всем пока. До новых встреч. Да? Вейдер. Ну, а как же? Вейдер. Сереж. Ты меня на дом, блядь, увези. Cover me, блядь. Это не точно, ребят. Нихуя, что ли, там? А? Есть что. Серый, блядь, ёбаный в рот, блядь. Ты съемщик, ёшкин кот. Давай. Снимай эту камеру, так вот не дергай вообще. А плавно водил. Зачем? Я еще не включил. Не включил? Не, я включил, но это съемка. Ага. Это лаз какая-то. Или нажал, смотри. Ну там пишет, да, пишет. Нет, да. Видишь, время пошло, таймер. Сука. Сука. Вот. Че там вроде? Люк, комбэты. Серега еще угорает, он как луноход, знаете, блин. Намордник одел, блин. Ну, блядь, прям на камеру ехал. Сука, он, блин. Ты как этот. Чапаев, можешь ее махать? А? Не, ну от бутылки ты че? А, надо вот. Давай тебе и я помахаю. Серега, блядь, извращение сделал.